Остатки желе не зря называют все-таки, это тоже как земляное масло, можно использовать на руках, можно, вот здесь у меня был вчера поранен палец, естественно, заживляющий эффект у желе-веселки, он тоже присутствует, можно просто даже в лесу, если у вас есть какая-то рана, если есть какое-то шелушение, помогает и псориазе, и если какое-то зудящее что-то, какое-то вот такое местечко на коже есть, это все может вам помочь подлечить, залечить грипп веселка. Помните, я говорила о ранке? Вот она, вчерашний порез. И вот чудо, самый лучший в мире лечебный лейкопластырь. Это вот такая вот эта вот кожица желе.